Да. Не умеет. Слышу, как он бежит, ребята, паркурим. Дима, ё-моё, так дернулся. А, ты чё такой быстрый? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Дарк Драгон, Невер, Серега, Энгри Панда, Васаби Скромник. Пацаны, скажите классные слова. Всем приветики, омлетики. Это классные слова. Всем привет. Мы дома. Сегодня мы играем карта Лабиринт, и Серега стоит на вот том высоком-высоком столбе и взял очень классного аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а Серега у нас должен всех замочить, и кто проигрывает, тоже берет аниматроника. Погнали! Паник вышел на охоту. Пацаны, будьте внимательны, потому что этот аниматроник может бить не обязательно целясь, а даже сбоку или сзади. Дима, спорим, я хитрее буду. Мне кажется, ты не сможешь быть хитрее. А вообще-то он целиться должен, Дима, чтобы... Ого, я могу прыгать. Кстати, да, мы договорились, что можно использовать мечи. А где ты? О, до свидания. Ого, вы прыгаете, косачьи джедаи. Кролики. Ключи меч. Дима, ты... Все, я спрыгиваю. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, и Серега пытается нас убить, но у него ничего не получается, но скоро получится. Ребят, со стены слазить, это ничего. Да, да, давайте, на стене нельзя, только перепрыгивать их можно. Ой, класс, блин, этот меч вообще имба. У меня уже 40 хп, особо не попрыгаешь, да? Есть, Серега, да ладно, ты уже убил. Димас, а я ведь это, я ведь злостный аниматроник. Че, нечестно, ну, давай. Блин, еще меньше. Димас, ты меня напугал. Да я сам испугался, ну, кто там за челепиздрик стоит? Будет смерть. А ты что, умеешь убивать? Да. А не умеет. Слышу, как он бежит, ребята, паркурим. Дима, а, ё-моё, так дернулся. Ты чё такой быстрый? Тупо на меня вылетел. Да чё ты так всех убиваешь быстро? Ты чё, ран сейчас закончится уже? Я двух убил. Я кого убил? Я тебя убил. И Васаби Скромник. Остался Маф, Дарк Драгон и Кингафайр. Кингафайр. Я побежал. Кингачупчик. Кингачупчик. Я так хорошо запрятался. А, вы запрятались? Ну под землей нельзя прятаться. Не-не-не, мы не шахтеры, Дим. А, ты не шахтер? Не, они не гномы, Дим. Майнкрафт не хотите, да, играть? Нет, они золото не добывают. Они не гномы. Серег, Серега. У меня есть ключи, едем 150 километров. Мама. Я обосрался. Я обосрался. Серега, бей его. Бля, кто остался? Ну, я? Что? А, Джан остался, Кингачук. Знаете, как вы сделали? Кто-то поднимается по лестнице, должен быть, я обосрал. Как это я был, чтобы... Ах ты! Я нашел игрока! Он то прятался, но я по запаху определил. Сразу видно, что-то плохое делал. Штаны наложил, да, пока я его искал. Блин, ну этот меч Звездные войны, он такой, знаете, немножко имбовый. Фух, и... Ой, блин, чуть не убил своего, и растворился. А это ты, Дима? Да. Friendly fire. Стоять. Пацаны, знаете, что надо делать? Надо, чтобы кто-то зашел, залез на башню и давал инфу, где кто находится. Так, давайте перекличку. А сколько вообще людей еще живых? Я и Кингафайр, и Маф. Ты Маф. Ну, я Маф, я так просто говорю. Эй! Я понял. Чекаю. Драгон, на ноу клип взять. А я не летаю. Я видел. Нельзя, Дарсрага. Ой, Дарк Драгон. А кто тогда на башне? Да это я стою. Смотрю на всех. Пацаны, залазим. Есть. Отлично. А я Драгона нашел. Он у меня. Да, привет. Че думал, не найду тебя, а? Да. Какой приз убрать? Вот это первый самый. Рад. Да, ну, рад, да, все. Так, со стены вышли. Дима, прикинь, он возле башни был, это прям у стенки стоял. Стенки самой крайней, которая в углу. Я понял, шкерился. Притаился. На крысичах сидел. Так, я вижу только аниматроников, я игроков не вижу. Где они? Я знаю, где примерно Драго, но не знаю, где точно. Драго вот у меня летает на спауне тут. Да не летает, вон он прыгает на спауне. Ловите банихопера. Вот и вся ловушка. Кто это по мне стрелял? А сейчас? Кто это туда стрельнул? Без оружия все. Серега, ты улетел вниз, да? Это... Я упал. Кто-то по мне стрельнул вниз. Я сейчас. Ой, блин, я тоже упал. Я теперь понял, что ты упал.
Да блин, эти мечты вообще капец имбовые. Да ну блин, не могу же найти еще одного игрока. А кого? Может он на спауне, то и в будке? Не, да драгон... Он драгон под водой, пацаны! Под водой? Конечно, вы что, не поняли сразу? Да ну не, это невозможно. Я так как это невозможно, если это возможно, он там сидит. Я прочекал его, не обманулся. А я убил его! Есть! А где А он это у угла сидел, я не хотел палиться, я увидел, откуда он выстрелил по мне. Не, ну реально нечестно, слышишь? Что нечестно? Да какие-то вообще быстро. Короче, этот, давайте теперь делаем так. У нас будет все аниматроники и один выживший. Я остался. Так вот, Драгон один выживший, мы сейчас за ним гоняем сидим. А он еще один выживший остался? А, вот. Понял, вот, понял. Получается, мы делаем так, как ты а сейчас. А где он? Я наверху самого. Вот он, вон он, да. Вот он и в вышке сидит, пиксель тот. Да, чё? Ах ты, писька такая, я тебя сейчас поймаю, убью. Телепортироваться плохо не могу. Я запутался. А Дима, я... Нет, ребята, давайте по чесноку, без телепортации. А телепортации на этой, на крысе нет уже. Да. Ребят, ну как-то я вас всех убил без телепортации, так что... Да ты черт просто. Ты понял, кто ты? Черта в зеркале. Ну красивый. А кто у нас там выглядит? Так, смотрите, ребят, тактика. Ребята, кто хочет с нами записываться, заходите на наш Discord, ссылочка в описании. Любой может зайти и записаться, и не только Гаррис Мод, GTA и разные игрушки. И еще можно стать спонсором канала, и будут доступны роли, эмоджи, и всякое такое. Крутое. Зайди в Телеграм. Спрыгнул, ребята, спрыгнул, очкоштик. Очкоштик спрыгнул, бежим все за ним. Он по стенкам бегает так. Куда? Он по стенкам бегает. Он след со стены. Ай, со стены. Блин, у него меч это читерский, но придется его так ловить, как есть. Нас там много. Это движ бегает за одним человеком. Смотри, как долго выживает, молодец. Респект. К спауну сейчас бежит, вот он за стенкой. Да-да-да, мы сейчас его поймаем все равно. Мне кажется, это читер, надо его как-то... Вот следы наставил, видите сколько? Вот, вот он наставил. Да-да-да, говно вот это вот насрато везде. Ого, следов сколько остается. Дима, он наспал. Да? Да. Вилка чистит. А ты эту хорошо карту знаешь? Я, да, я вижу... Не, я просто стою на вышке и вижу эту точку. О, блин, мы бежали с фасаби скромниками, забежали. Да, мы в угол забежали. Все нормально, бежим и сюда. Сцена стоит. Вы что, не умеете ориентироваться в карте? У вас что, память как у курицы? Нет, как у петуха. Вот он. Я 10-й раз говорю, он на спауне. Я его вижу. Окружаем челепиздрика. Ох, какой супермен, смотрите, как прыгает весело. Читер, вонючий. А у него энергия скоро закончится по-любому. Да не, она не, она пополняется. Пацаны, вы там пока его ловите, мы в лабиринте запутались. Да лабиринт какой-то конченый, да, пацаны? Согласен. В натуре. Короче, давайте возьмем, знаете, с какого пилпака, где можно телепортироваться? Вот, да, давайте. А, я сейчас скажу, как он называется. Он называется... Five Nights at Freddy's просто. Сразу под этой же папкой. Они за большой задержкой телепортируются. А это не тоже будет... А ты хотел что, моментально? Так мы его убьем сейчас сразу. Ты поехался на самую крышу карты. Смотри, сейчас. Ой. И все, я сверху смотрю, где он, смотрите. Я лечу. Я тоже наверху, я смотрю. Я пытаюсь его выследить. А мы сейчас найдем его, мы сейчас найдем. Вы что думаете, это будет вечно продолжаться? Так, у меня осталось 200 хм, у меня 20 падений. А что у тебя 200, если должно быть 100? Вообще-то у всех 500 же. Ну что, вы его видите? Нет. Ну ладно, я все равно скоро умру. А он умрет все равно скоро, да, он правильно говорит. Ты скоро сдохнешь. Так, его в воде нету. Он в лабиринте где-то сидит. Ты думаешь? Да? Я в лабиринте сижу, серьезно. Да? Нет, подземки нет. Это я, не вот, я вот высматриваю и не могу... Опа, кто это упал? Это я. А, это вот, мы. Вот он, черт, вот он прям этот был. Он прям этот, чуть не подземный лабиринт. А, все, вижу. Вот летит, летит. Вижу. Вот мерзкий. У тебя меч не кончается, челепиздрик? Нет. Да он стелки, за стенки. Он на центре. Блин, вот он прыгает. Блин, да мы его, наверное, кажется, не убьем, да? А, давайте для того, чтобы его убить, можно использовать любого аниматроника, какого вы хотите. О, полностью. Драгон, можешь секундомер запускать в ремля. Вообще любых, там любых. Каких хочешь, да, полностью. А, на полетели, короче. Ну, Дима сам сказал любых.
Да, я хочу просто посмотреть, за сколько он, этот, сколько он продержится. Ой, ты что, он моментально тпхается, это круто. А, ну понятно. Так быстро? Да. Потому что по всей карте. Да ладно. Нет, он не по всей карте бьет. Все, я знаю. Нет, не. А кто хочет еще повыживать один? Я хочу, Дима. Я хочу. Я хочу. Давайте на цифа. Васаби с кровом не хочется. Ну давайте, типа, вы втроем, и мы аниматроники. Только мы можем брать любых. Если о, давайте, мы можем брать любых аниматроников, а вы можете использовать оружие, но не любое. Админский пистолет нет. Нельзя, да. Нет. Да, все, поделились, давайте. Вы втроем, а мы аниматроники. А какие оружия? 3 на 3, да, получается? А, я да, 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 все четко. А, нет, 4 на 3. Дима, спорим, я убью быстрее. Ты думаешь? Да. Он просто читер, он будет летать. Я понял, он уже перед во Фредди, который летает. А-а-а. Что, начинаем? Да, все, 3, 2, 1, 0, пусть. Спасибо, Дим. Ой, это за шо? А, вы были наши? Да. Я извиняюсь, просто, ну, это, у меня психологическая травма. Мы заметили. Почувствуй. Бежим. Человеческая травма, это психованный, да? Есть, слушай, есть. А, он невидимый? Да ладно, да как так-то? В смысле, я тебя не видел? А, помню, это... потому что это мои точки, это тень какая-то. Бегусь я по лабиринту и никого не нахожу. Все, еще. Еще один. О, я первым местом занял. А, тут King of Fighters 4 пытался меня убить. Че, псих, что ли? Может, не в лабиринте, типа, но именно не в лабиринте, но, так сказать... Только не в подземном. Да. Ой, я вижу, кто-то летит. Ой, что-то у меня поломалась рука. Все. Все, всех? Всех? Короче, невозможно против любых аниматроников выжить невозможно, да, получается? Да. Ну да. Рубрика «Эксперименты». Да, я, как всегда, в конце ролика надо сделать, короче, рубрику «Реальные эксперименты». Я хочу сейчас через портал закинуть бомбу. Возможно это или нет? Не, ставится. О, просто время надо. Ну давайте проверим, работает он или нет. Где портал? На спауне поищи. Вот бомбу. Вот, я хочу вот здесь вот скинуть бомбу, чтобы она появилась вот там вот. Так, давай. Аккуратненько только ее скидывай. Просто навесиком, да, не просто, а навесиком, чтобы она сама падала. О, я вижу. Не, надо, чтобы выше было, Серега, выше. Она тогда просто упадет, а она, чтобы она прям вылетела немножко с портала. Я ее еще поймаю. Да, вылетела. О, все, не трогаем, ребята, это эксперимент. Только не трогаем, пожалуйста. Она сейчас должна выше и выше. Ого! Смотрите, там она вылетает. Давай камеру взять в руки, чтобы показать нас. Ребята, офигеть! Если ролик наберет 3000 лайков, мы реально сделаем рубрику «Эксперименты с порталами». У меня есть очень миллион идей просто, что можно снять. Она выше уже не прыгает, да? Все, сейчас я кое-что сделаю. Стойте, не мешайте. Сейчас. Так, она здесь вылетает, и сейчас мы уберем портал резко. Все, извини, обстоятельства. Портал за... Эй, зачем ты... Я и буду жить. А я буду. Получилось, не? Да. Да не получилось, давай. Еще разок, последний раз, только теперь будет немножко по-другому сделано все. Побольше, больше. И она пролезет? А, я сделаю так, что она теперь просто упадет. Ого! Ну давай, выше. Давай, Серёг, опускай. Погодите, я так. Блин, она пролезет? Дима, скажи, что мы двоём. У тебя первый? Блин, я боюсь уже, пацаны, это какое-то стрёмное дело мы творим. Удаляй, Серёга, меньше надо. Все, понял. Давай что-нибудь поменьше, чтобы было эпично. Концовка должна быть крутая. О, вот это пролезет. Активирую ее. Повыше только поднимай, да. Только не трогайте ее, ребят. Да, только, Серега, не промахнись. Это очень важно, мы все умрем. Дим, помнишь, мы засунули бомбу в портал, и она пропала? А, кстати, да, она подвалилась, наверное, под карту. Да, или просто пропала. Да. Все, готовы? Давай. Давай. Опускай. Я смотрю. Ой. А где она? Куда она улетела? Я жив. Это было круто. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.
меня дым пошел с компьютера, давай.